Манимы с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на анимацию от Мартела, которая называется «Когда не хватает опыта». Давно не делал реакцию на бумагу, пора начинать, поехали. Как-то я понял, что мне немного тесно в этом мире, где не так уж много вариантов, кем ты можешь стать. Куда лучше было бы оказаться в каком-нибудь мире, а фэнтези-РПГ, вот там можно меча стать и магии кем угодно. Героев. И при помощи древнего волшебного ритуала я перенес себя в волшебную фэнтези-страну. Фэнтези-страну. Как бы вначале, будучи аморфным никем, который еще никем не стал, я пришел такой к эльфам и спрашиваю, чё, ребят, как стать самым крутым эльфом-волшебником? Это лучшее, кем тут можно стать, я думаю. Ты живешь 1000 лет, правишь миром при помощи своей мощнецкой магии, жаришь всяких дриад в лесах, живешь в башне, летаешь на грифоне. А как всего этого достичь? И эльфы такие отвечают: очень просто, тебе просто нужно набрать кучу опыта, это основная сложность, просто иди вон в те шахты и убивай орков, чтобы получить опыт. Просто дохера орков тебе надо убить, просто сотни тысяч орков. Любая ММО игра. Зачем мне убивать орков? Они ничего мне не сделали, да и сотни тысяч звучит не очень весело, как бы, к черту быть эльфом. И я пошел к гномам, такой: чуваки, как кстати, королем гномов, который, ну, живет веками, копит сокровища, носит клевую бороду, раздает всяким ублюдкам своим боевым топором. Не так круто, как эльфом-волшебником, но меня устроит и этот вариант, как стать, подскажите. Они такие: это вполне достижимо, братан. Нужно много опыта, просто иди вон в те шахты и убивай орков. Убивай орков. Да что такое? И пошел дальше спрашивать. Орков-повар. Надо убивать орков. Кентавр-курьер. Убивать орков. Нежить-стриптизер. Убивать орков. Нежить-стриптизер? Чё? Убивать орков. Хорошо, хорошо, человек-бард. У меня как бы точно достаточно опыта быть человеком и травить всякую херню. Просто скажите, когда приступить. Думаешь, все так просто? Для этого нужен опыт, иди убивай орков. И тут я понял, в фэнтези-мире есть свои подводные камни, которые все портят. И при помощи современного научного ритуала я вернулся в наш обычный современный волшебный ритуал. Мир. Ну и думаю, надо как-то в жизни устроиться, найти там работу для начала. Но как я найду работу, ведь у меня нет опыта. В этом мире, конечно, не надо убивать орков, это плюс, но в остальном у меня все та же проблема, похоже, от нее не убежать. И чтобы как-то успокоиться в этот момент экзистенциального кризиса, я решил уйти в приятные воспоминания об орках, как бы за весь тот период жизни в волшебной стране. Они были единственными, кто не доставал меня этими назойливыми призывами убивать орков. И как бы, чтобы усилить воспоминания, я стал гуглить картинки этих зеленокожих. И немного увлекшись высокодуховными ностальгическими запросами со словом «зеленый», полуорк. Сайт Greenstaff. Реклама. О господи, можно найти работу без опыта. Даже если ты студент или бард, из-за нее даже и не даже надо никого студент убивать. Или бард. Как будто жизнь стала сказкой. Скобочки, скобочки. Ссылка в описании. На самом деле, вот такая реклама реально крутая. Вот такую рекламу с удовольствием можно смотреть. Смотрится на одном дыхании, интересно, прикольно, с сюжетом. Про орков и эти отсылки к ММО играм, типа убей миллион орков, получишь последний уровень, а еще возможно ты выберешь там легендарно эпичную вещь, которая будет только у тебя и еще у миллиона игроков, которые убили миллион орков. Короче, да, ММО игры не такие, в них надо задротить, крабить. Вот чем-то очень на Black Desert напоминает, там вот всю игру надо убивать просто монстров. Из-за этого я перестал в ней играть. Вот такие вот дела, вот такая вот небольшая отсылочка к Black Desert'у. Хоть игра вроде бы неплохая, но убивать только монстров — это не самое веселое занятие, правда. Фух. Спасибо большое Мартл за данный видос. Хоть это и реклама, но это круто. Это творчество реальное все равно. Вам спасибо, что вы посмотрели меня. Спасибо тебе, зритель. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Поставьте лайк, если еще не поставили. Подпишитесь на группу ВКонтакте. На личную мою страничку ВКонтакте тоже подпишитесь. Будь классным. Пока. А еще немного заболел. Это, наверное, заметно, да? 38,8.